обсудили важные вопросы и оценили труд. Глава города пригласил в гости ульяновских журналистов. В неформальной обстановке Сергей Панчин поделился планами на будущее. Городской бюджет увеличить, разобраться с размножающимися управляющими компаниями и навести порядок в отдельных районах. Как известно, проблемы лучше решать коллективно. По мнению Сергея Сергеевича, прогресс наступает гораздо быстрее, когда пресса освещает актуальные темы. Ну, хотелось бы огромное-огромное спасибо вам сказать за то, что мы очень плотно работаем, и вы доносите правдивую информацию до населения. Нам есть о чем сказать, вы и рассказываете. Я благодарен вас за ту конструктивную критику, это я говорю откровенно, потому что те замечания, те вопросы, которые мы не видим, и вы нам подсказываете, это очень серьезно действует на исполнительную власть. После душевного разговора перешли к церемонии награждения. Грамоты и подарки вручили самым активным ульяновским журналистам. Особенно отметили коллектив телеканала «Улправда ТВ». Глава города наградил команду. Городские власти высоко оценили наши прямые включения с праздничных площадок и из пресс-центра единого дня голосования, который провели в день города 13 сентября. Очень приятно, что в сегодняшнем награждении больше всего было ребят из нашей компании «Управда ТВ». Очень приятно, что этот труд замечен руководством города. Нашим операторам и режиссерам монтажа есть что сказать по этому поводу. Приятно, что нас заметили за наш скромный труд. Большое спасибо Сергею Сергеевичу за то, что нас заметил. Эту команду, хотя я большинство и знаю этих людей прекрасно, давно с ними вместе работали, вот, но одно время я уходил в другую сферу деятельности, вот, тут решил вернуться все-таки на телевидение, мое, вот, и не проработав даже полгода, я был уже отмечен, вот, это очень приятно, если честно. Конечно, это приятно, когда ты вкладываешь себя, тратишь целый день, даже, может быть, больше, огромные силы, огромные трудозатраты, и, конечно, всегда приятно получить какое-то поощрение. Корреспонденту тоже есть что добавить. Меня тоже наградили за прямую трансляцию, которую мы проводили в День города. Действительно, очень приятно, когда хвалят и говорят спасибо. Хочется работать еще больше и достигать новых высот. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости «Улправда ТВ».